Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi ASX 2013 года выпуска. Двигатель 1.8, передний привод, вариатор. Пробег на автомобиле 163 тысячи километров. Загудели передние ступичные подшипники. Решили сразу заменить оба. Гул основной идет с правого подшипника, левый вроде бы еще нормальный, но хозяин сказал: нет, меняем оба. Поднимаю автомобиль, снимаю колеса и снимаем сначала суппорт, тормозной диск и цапфу. Поднял автомобиль, снял колеса, откручиваю гайку привода, вставляю отвертку в вентиляцию, головка на 32. Привод выходит хорошо. Теперь откручиваю суппорт целиком. Два болта, головка на 17. Это вот он один болт, и вот он снизу второй болт, вот под пальцем. Теперь снимаю суппорт и цепляю его за пружину. Выработка небольшая. А, нормально, колодки сошли. Вот таким образом подвесил его, висит, не мешает. Снимаю тормозной диск. Ну и все. Беру ВД-шку, брызгаю два болта сверху и болт на шаровой опоре. Здесь болты на 19. Болт тоже на 19. Сейчас посмотрю, если не получится, возьму длинную головку, высокую.
Нет, все нормально. С ним откручиваю гайку на рулевом наконечнике. Гайка на 17. Ну, я отобью ее. Здесь, если ставить съемник, есть вероятность порвать пыльник. Пыльник уже вот-вот на подходе, наконечник еще живой, а на пыльнике вот здесь по торцу трещины. Ну, пока смазка не выбегает. Наконечник живой, тяги живые. Также откручиваю болт шаровой опоры на 17. Болт прикипел. Смажем и откручиваем верхние два болта. Болты смазаны.
снимаем пластиковых кронштейн крепления датчика АБС. Также болтом прикручен у нас сам датчик, головка на 10. И вытаскиваем датчик. Аккуратненько, чтобы его не обломить. Грязью забился. Аккуратненько, чтобы ухо не отломать. Пошел датчик. Если вдруг не идет, не торопитесь. Залейте его еще ВД-шкой несколько раз. Ну а дальше почищу. Вот он датчик. Просто забился грязью. Почищу гнездо и почищу сам датчик, поставлю, все будет нормально. Вытаскиваю верхний болт. Сдвигаю стойку. Вот и все у нас. Сидит только на шаровой опоре.
так вот делает подшипник. Ну а на скорости это все гораздо громче и печальнее. Так, датчик АБС, здесь получается магнитное кольцо на подшипнике. Ладно, собьем, посмотрим. Вложу под низ картонку, чтобы когда у нас ступица выскочит, шпильки не отбить. Беру подходящий по диаметру по внутренней обойме. В данном случае я взял головку на 32 подлом. И легким веселящим ударом. Вот так вот выбиваем. Здесь у нас кольца